Доброе утро, Аслан, что делаете? О, Инночка, привет, привет, дорогие друзья, всем гигантские приветы. Ну, что мы делаем утром? Утром, пожалуйста, утром варю яички. Сейчас пацанов отвезу в школу и возьму, значит, творожок. У нас как раз рядышком магазин, он уже в 8 утра, как штык, бывает открытым. Возьму творожка, и сейчас у нас будет нашим маленьким карапузиком творог с яичками. А после этого я уже занес свою кастрюлечку, и мы будем варить кашку, да. А Альмочка-то как смотрит? Альмочка наблюдает, она контролирует весь процесс. Пока хвостиков покормим кормом им больших, а к тому времени, значит, поставлю кашу, вынесу на улицу ее, и к вечеру она, я думаю, что остынет каша. Опять ее в этот ведро разлитываю, растасую ведерочком. А сейчас пока вот яички. Сейчас быстренько-быстренько яйца. Сейчас пока ребят в школу завезу. А наши карапузики маленькие что ругаются? Пять разлили все. Ах вы хулиганы мои, хулиганы. Разлили, разлили. Кто водичку разливает все время? Кто все время водичку разливает? И какие сладкие. Какие мои сладкие. И облачко маленькое, облачко мокрое. Ребята, они, знаешь, воду разливают и бывают мокрые. Это что такое, а? Тебе лапки мокрые, облачко, и тебе лапки мокрые. Ой, боже мой, вот какие у нас животики. Ой, кряхтит, ой, кряхтит. Да что за пистолет у тебя? Спрячь пистолетик, быстро спрячь, спрячь пистолетик. Друзья, у нас радостная новость, сейчас Аслан скажет. Наш малыш... Малыш, значит, Джожо, ребят, добрался до дома, добрался до мамы. Мы уже получили фотографию, ребят, с вами поделимся, да. Все отлично, у хвостика все замечательно, доехал хорошо. Значит, все замечательно, мы очень переживали, все такие маленькие, на поезде до Питера. Но замечательно, все отлично, дай бог, дай бог. И у остальных хвостиков тоже у наших все хорошо. Ну, вы уже все, наверное, видео смотрели на канале, мои верные друзья, что пристроили хвостиков, Никушу пристроили. Никуш тоже очень хороший человек взял. Руфас, Алиса. Да, Руфас, Алиса. У Барса все хорошо. Барс тоже живет в частном доме, отлично. Дай бог, хорошо все хвостики устроились, дай бог. Ну, а там дальше будем ждать от них приветов, кто... как говорится, захочет приветы, значит, нам передать, будут, конечно, передавать приветы. Ну, все молодцы, хорошо устроились. А Ника такая деловая, значит, с новым хозяином такая, на их большом джипе расположилась спереди такая важная вся. Да, деловая колбаса такая. Я говорю, конечно, Никуша, все, сразу в джипе зазналась, она нас как будто не знает, все. Сделала вид, как будто она вас не знает. Ти мои маленькие карапузики, да. А кто-то еще скоро поедет домой, да? Ти мой мальчик. Красавчик. А ты что хочешь, девочка? Идет козяла гатая. Забодай, 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 забодай. Ой, какие хорошие, да. Какие игрушечные вы, папины игрушечные, да. Как будто игрушки ожили. Да, как будто сбежали, значит, с мультика, да, вас вот так с телевизора забрали, да. Ти мои, ой, зубки, это же пальчики чешутся, мои, да? Да, грызут, зубки чешутся. Ой, а у этого какая мордашка интересная, пятнистая такая интересная мордашка. А ты что кусаешься, Белла? Ну, Бельчик. Сейчас творог привезу, с яичками размешаем, покушаете творог. Там кашу будет папа варить большим хвостиком, да. Слушай, они вот уже как будто подрастают, да, уже разыгрались они. Да, уже пободрее ну, такие. Хватит водичку выливать, говорю, хватит. Так, так. Так, Кин, ты мне сделал кофе, я быстро кофе попью. Да, побежали. Так, ребят, мы пока бежим кофе пить, вы тоже пока кофейку, а потом вместе будем, значит, всех остальных хвостиков кормить и, значит, вести разговоры дальше. Не расходимся, ребят. Ну, хулиганы. Друзья, а вы пока, значит, перемещайтесь в Питер и посмотрите на Джорджика, который уже добрался и уже хулиганит в новой семье, в своей уже постоянной семье.
Так что давайте, ребят, вы перемещайтесь в Питер, а мы сейчас с вами встретимся. Дождались. Так, ребят, я тоже уже приехал. Замешал, значит, купил творожок и замешал творог с яичками. Аккуратнее. Ай, все раскидали, хулиганы. Пусенька как. Ура! Вот напали, а? Напали. Вот опа. Это да. Давай водичку хоть. Вы разливайте все время, все. Это да. Давайте. Кушайте, 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 карапузики маленькие. Кушайте, растите. Как им нравится. Это мы им замешали творожок, значит, с яичками. Вот им вкусненько покушать. Да, вкусненько, да. Им нравится. Как вкусненько. Как вкусненько. Ты уже крупу засыпал, тоже, да, и в кашу? Да, с кашей все в порядке. Ты варим большим хвостиком кашу. Хвостик, пока я возился, значит, то тем временем ты, значит, сварила кашку. Да, да. Так и есть, так и есть. Ой, как вкусненько, малыша. И облачко. Вот так вот вкусненько. Сейчас воды подольем еще. Человек им нравится, да? Хорошо кушают. Ага. А они любят творог. Слушай, сверху на них смотришь, они какие квадратные. Квадратно-гнездовые. Давай подальше. Сейчас, сейчас опять вы с этого эти разольете водичку свою. Давай вот так, вот так, вот там больше. Так, чтобы тарелочка была чистая. Они уже ее почти вымыли, Аслан. Ну что, ребят, побывали в Питере? Видели видео? Давайте ставим лайки. И не забываем, те, кто еще не подписался на канал, обязательно подписывайтесь, дорогие друзья. Обязательно, обязательно, друзья. И, конечно же, ваши добрые комменты в адрес наших хвостиков. Обязательно. Ну что, Ин, пойдем проверим кашу. Пускай малыши пока тарелку чистят. Ну, пойдем проверим. Моя большая, мое большое весло, для Ин очень тяжело как бы это, кашу вешать. Так что пойдем, я бегу в помощь. Фредди потащил чашку. О, кашка для больших хвостиков. Красота. Ага. Еще поварить все нужно. И еще в конце, значит, засыпем вот эти хлопья. Ну, варись, кашка. Ну, еще осталось немного. Будет готово. Хлопья засыпем попозже. Хлопья в конце, как обычно, засыпем. И они будут там томиться. И будет отлично вкусненько, хорошо наваристая мясная кашечка. Ой, Аслан, они помыли всю посуду, все замечательно. О, боцманы, молодцы, боцманы кукурузинки. Молодцы, молодцы какие. Покушали, чашечку вымыли, да, чтобы папа с мамой уже чашечку не мыли, да? Ой, ты мой, какие квадратные смешные шарики. Квадратные. Ага, пипись. Ну, ребят, сейчас у нас будет писи, хаки. Да, сейчас они все будут минировать.
Ну, Донечка, правильно, да, сейчас нужно все убирать. Где Донечка? Сейчас все будем мыть, убирать. Сейчас я чувствую, Фредди сейчас тоже что-нибудь да наду донит, да? Наду донить. Красавица Белла. Ой, какая красивая. Хорошая девочка, да, хорошая. Вот такие у нас дела, друзья. Спасибо, что вы были с нами. Пока-пока. Пока-пока, ребят. Всем приятных просмотров.